Привет, ребят. Я бы хотел сегодня рассказать про очень удивительную вещь. Эта вещь называется проект Маяк. Вы будете спрашивать, чем же он так интересен? Ну, ребята, это очень важная вещь. Сейчас вам расскажу, почему. Этой проект Маяк есть сразу в двух играх Hello Neighbor. В первой игре под названием Secret Neighbor, а во второй Hello Neighbor 2. Также, ребята, есть тайные части Hello Guest, то есть, как переводится, привет, гость. Чем же это здание интересно? Это здание находится внутри парка, который называется, минуточку, Золотое Яблоко. Этот же парк можно наблюдать в мультике под названием, который отсылает на Hello Neighbor. Самое главное, что я хотел рассказать про это здание. Вы наблюдаете на нем будто это тот гигантский глаз. И думаете, а нафига он тут нужен? Я вам сейчас объясню, для чего он. Почему именно глаз? Ну, наверное, потому что глаз должен был ассоциироваться с зрением. Ну, я так предполагаю, и то, что я сейчас сказала, это чушь. Потому что по-настоящему никто не знает, почему именно на проекте Маяк есть вот этот глаз. Никто не знает, вот честно говорю, но что я могу сказать точно? В виде глаза есть даже конфета. Выглядит она примерно так. У нее просто обертка выглядит как глаз. И, наверное, эти конфеты продавали в парке Золотое Яблоко. И используется эта конфета в Hello Neighbor 2, чтобы выманить детей из ловушки соседа. Кстати, вот в картинке с Secret Neighbor проект Маяк. Вот, ребята, смотрите, видите вот это здание? Вот его даже хорошо видно, вот оно. И поставлю вот столько вот восклицательных знаков, потому что это реально очень опасная, не опасная, но очень интересная вещь и реально жуткая. Потому что пасхалка открывается нелегко, а только во время грозы, когда слетается ворон, как вы это замечаете. Но точно ли это здание есть в Secret Neighbor, точно не знаю. Но то, что о нем упоминается в Hello Neighbor 2, это точно. Да, что я еще хотел сказать. Вот посмотрите внимательно. Ничего не замечаете? Здание, ребята, показывают только, когда есть молнии. И в Hello Guest мы видим именно это здание. Сейчас покажу. Вот. Здесь мы едем. Ой. Так, сейчас наведу снова. Именно вот этот момент мы едем на одной из вагонеток. После чего... Вот даже видно, ребят, зеленый цвет и глазницу. Мы еще видим двух воронов. Какой из них настоящий, я точно не знаю. Но какой-то из них и железный. И да, ребят. Почему же именно проект Маяк стал очень интересен для всех любителей Hello Neighbor? С этим маяком есть очень интересная история. Однажды на карусели в парке Золотое Яблоко каталась самая обычная девочка. Но тут она ударилась об стену этого парка. И после чего было видно вот это здание. Ну, или не это, но что-то было явно с этим зданием еще смешано. И уж поверьте, просто так это здание не могли добавить. С ним будет очень много интересных пасхалок. Это я вам точно гарантирую. И да, я, наверное, забыл сказать, что
именно проект «Маяк» и парк «Золотое яблоко» построил сам сосед. Вот видите, вот она, эта стенка обрушилась, и тут есть проект «Маяк». И что бы я еще хотел сказать в заключении. Ребят, вот это и вот это реально очень важные вещи. Проект «Маяк» не что иное, как большая супер-гигантская пасхалка на то, что в Hello Neighbor 2 выйдет второй акт. И что еще, ребят? Если вы досмотрели видео до конца, спасибо огромное. Пока.